Из-за наступивших холодов в большинстве школ Алматинской области впервые за последние 5 лет отменены занятия для учеников начальных классов. Для остальных школьников уроки сокращены до 30 минут. По прогнозам синоптиков, сильные морозы продержатся в области до 29 января. Впервые за последние 5 лет в Алматинской области пришли такие холода. Мы ежедневно мониторим прогноз погоды. Если ситуация остается на этом же уровне, то занятия будут отменены до потепления.